Здравствуйте, меня зовут Филимонов Борис, и это «Видеовынос». Сегодня вы познакомитесь с неудавшимся королем района. Мой район! Поймете, что для получения прав навыки вождения не самое главное. Узнаете кое-что о серьезном бизнесе. Познакомитесь с самой невинностью. И услышите псевдомузыкальное творение очередного талантливого исполнителя. И может голос мой взовется эхом. Поехали! На улице можно часто встретить вот таких ребят. Ну что про них сказать? Баянист играет на баяне, флейтист на флейте. А они занимаются обсуждением очень важных вопросов. Это твой район! Это мой район! Но мужик еще куда ни шло. А что можно сказать об этих дерзких пацанах? Благодаря им даже наши школьники книги перестали читать. Почему? А осмелитесь вы у него спросить? Это мой район. Как пройти в библиотеку? Ну и как еще теперь назвать этих членов нашего людского сообщества? А как их называют? Я говорю, как называются, я не знаю. Пи***антрины. Уже по-рязански, га***ны. Злые все какие-то стали, а представляете, если бы бабушки у ваших подъездов вели себя точно так же, как эти, повелители районов и короли кварталов. Это мой район. Это твой район. Мой район. Твой район. Кто это такой? Думаете, такого не случается? Ошибаетесь, бывают вещи и похлеще. Сначала от этого видео у меня тоже был разрыв мозга. Но я совсем не мог понять, как можно разозлиться на простой дорожный знак. Но потом я все-таки осознал, что корень проблемы в том же – район. Что может быть важнее? Это мой район. Это твой район. Спасибо, Саша, я твою башню уважаю. Все знают, что автомобиль – это средство передвижения повышенной опасности. Но во многом это благодаря именно таким вот водителям. Что она творит? Ну, этой девушке дали права, я уверен, сама сдала, водит хорошо и так далее. Просто день у нее сегодня не важный, а вот следующий паренек вряд ли свои права получит. И дело не в том, что водит он похуже, просто везде нужен индивидуальный подход. Красная, куда ты едешь, хуй? Заводи машину. Ну, поставь ногу, не волнуйся, ебаный судорога. Газку дай, газку дай. Дай газку. Поехали. 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 Чего ты волнуешься, блядь? Действительно, паренек, что же ты распереживался? Чего ты волнуешься, блядь? Но инструктор так глотку рвет, будто он и не инструктор вовсе, а штурман в какой-то раллийной гонке. Они будто бы серьезно идут на медаль. Поехали, Вот бывает, выезжаешь куда-то далеко на автобусе или на поезде, и сразу перед отправлением набегают продавцы чебуреков и прочего мороженого. Конечно, тетеньки рядом с вами, которая помимо своего еще половину вашего места занимает, определенно нужно пару чебуреков накупить, чтобы в этой 30-градусной жаре и вы вместе с этим автобусом тронулись. Но сейчас разговор не о чебуречных попутчицах, а о продавцах. Если более конкретно, то вот об этом. Очки. Начинаем.
Отсюда надо. Ну, я понимаю, пирожки, мороженое, крапленые карты, газеты о том, как москвич 2 месяца насиловал макаку. Без этого в дорогу никуда. Но что продает этот китаец? На детские игрушки, крапленые карты и даже чебуреки это совсем не похоже. Я даже думать боюсь о том, что пассажиры могут делать с собой этими штуками. Но главное будет дальше. Слышали, как он вкрадчиво прошептал? Ну что, вы еще могли бы устоять и не купить у него эти очки? Нет? Ну а если вот так? Поменять надо глаза! Красиво, давай. А что ты без дур, блин? Ну, если и сейчас не хотите купить, то вы просто скряга, и у вас нет души. Ну а теперь о тех, кто ищет свои половинки. Конкретно об этой прелестнице 25 лет от роду. Она называет себя невинностью, но знаете, она такая же невинность, как картошка, фрукт, как ежик, родившийся без иголок, как перепелиное яйцо, которое совсем не перепелиное. В общем, смотрите видео. Или вы хотите, чтобы я поверил в то, что она работает медсестрой? Да, может быть, она ей работает, но явно не в таком костюме, потому что такие костюмы продаются в магазинах, но не в тех, где продается одежда для медперсонала. В общем, она такая же невинность, как я, жгучий брюнет. Но однажды она найдет своего затворника-покорителя интернетов, который будет с ней счастлив, который поверит в то, что этот костюм она купила только для танцев, и в то, что земля плоская. Все, стоп, а то школьники совсем разволнуются. Ребята, давайте верить девушкам. Если они говорят, что они сами невинности, давайте верить им, даже если это совсем не так. А следующее видео – это просто песня. Завещание. Автор и исполнитель Илья Юрьевич Гантмахер. Давайте, Илья Юрьевич Гантмахер, жгите! Когда умру, не надо слезы лить, ведь я людей пытаюсь веселить. И может голос мой взовьется эхом, поминки обо мне справляйте смехом. Да, это была совсем не песня, скорее это было 30 секунд безумно адовых звуковых потух. Ведь я людей пытаюсь веселить. Где, как, Илья Юрьевич, кого можно этим развеселить? Если это ваше завещание веселит людей, то уж пишите песню про кладбище, назовите его «Погост». Вергните всех в агонию радости и смеха. Даже не знаю, унылый какой-то финал вышел с этим певцом. Веселись уже! Но, в принципе, я знаю, как это дело подсластить. Нужен кот из вишневой печеньки, который пронзает космос и какает радугой. Ну и звук соответствующий. Вот теперь красота! До встречи на следующей неделе. Увидимся в видеовыносе. Пока-пока! Надо черт! Что ты волнуешься, как называется? Надо! Как называется, я не знаю. Гандоны.